Всем привет! Всем привет! Сегодня крутая рубрика «Журапот». И ко мне сейчас придет друг. Yeah. Оу, привет! Заметь, я не заметил. Чего? Ну чё, делать будем сегодня? Давай куда-нибудь сходим. А куда? На речку, что ли? Может, в кино? Давай. Хотя нет, давай в Макдональдс. Давай. Хотя нет, в парк. Я не знаю, куда пойти. Слишком много интересных мест. Да. Ну, куда мы теперь пойдем? Не знаю. Может быть, мы пойдем в... Ой. Может, мы пойдем в аквапарк? Давай. Хотя нет, ты там горки сломаешь. Попаю. Да. А ты там можешь плавать. Угу. Так. Ну, я даже не знаю, куда нам пойти. Можешь на речку куда-нибудь. Ну да, мне кажется, ты прав. Поехали на речку. Пошли. Стоп. Мы будем собирать багаж. Да. Стоп. Я сейчас принесу наши сумки. Подожди тут. Так, ты что тут орёшь? Ничего. Я сейчас приду. Сумки только принесу. Извини, ошибся адресом. Нашел коробку. Еще коробку. Еще какую-то непонятную штучку. Билеты нашел. Прозоролов. Вы чё меня? Вы как вы смеете? А вы в школе со своими детьми в школе следить надо? Да, кто меня за хвост сюда притащил? Извините. Извините, это большой скелет. Ладно, только у меня к вам просьба. Пожалуйста, не трогайте меня. Фу, что это скелет, его надо убрать. Не надо его. Да, давай его уберем. Он нам все равно не нужен. Угу, я и говорю, убрать. А зачем он вообще нам? В школе куколный терял. Че это вообще? Я побежал. Похоже, он рассыпался на косточки. Я пошел. Ну так что, нам надо еще что-нибудь? Да. Так, ой, нам этих коробок хватит? Ты что, в коробку-то наступил? Хватит. Туда вот рыбки. Коробка. Вот коробка. А это что? Стоп! Это закрывашка будет? Нет. Это будет сиденье, чтобы... А, нет, это будет такой столик, на котором будут лежать наши принадлежности для рыбалки. Да. Супер, я придумал. Да. Ну, давай будем осторожным. Вдруг там змея вроде. Или тирекс какой-нибудь. Точно. Да. Ой, к нам кто-то позвонил. Да. Сейчас откроем. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень надо знать. Вы тут живете? Да. Да. Пожалуйста, принесите нам рыбки. А мы как раз идем на рыбалку. О, я хочу с вами пойти. Извините, что я вас отвлекаю, но мне очень хочется пойти с вами на рыбалку. Вы хотите со мной пойти на рыбалку? А чего ты стоишь?
Не знаю. Я вам звонил, но вы что-то не слышали. Только сейчас услышали. Давай. Чего? С нами пойдешь. Хорошо, я пойду удочки притащу. Я тебе помогу. Тебе принеси столик. Тогда ты иди удочки неси, я принесу для тебя столик для рыбалки. Бежим. Когда они уже придут? Долго, наверное. Ой. Это вот ей. Удочка номер один. Это что? Это такая кнопка в виде яйца. Нажимаешь. И она стреляет, и не нужно ее закидывать. Просто нажимаешь, тип, а она вместе с червячком улетает, представляешь? Угу. Ну я пойду еще одну принесу. И потом еще. Ой. Сказали. А потом нажимаешь опять, и она обратно идет с рыбой? Да. Понял. Я нашел. Нашел. Понял. Номер, удочку номер два. Ставь ее сюда. Дай-ка. Вот так. Вот так. Убери-ка. Так. Теплодок. Что? Да? Нет. Я не выключала ноутбук. Это твой папа? Угу. Папа думает, то, что я выключила ноутбук, но я не выключала. Да, кстати, когда придет уже Димитродон, я уже соскучился. Это как-то скучно, мне уже хочется на рыбалку пойти. А знаешь, как я могу ловить? Я вообще могу в речку засунуть вот и все. Лёша, я так не могу. Ну, у меня же длинный хвост и длинная шея, я могу вообще посмотреть, где там рыбка, и туда положить хвост.